Доброе утро, ребятки. У нас сейчас 6:30. Я, в принципе, в последнее время начинаю именно в такое время работу, встаю в 6 сам. Вот, но что хочу сказать, если вы недавно видели мое прошлое видео о том, по поводу дома, там вначале я рассказывал, что есть акция, и это было 2 декабря, если не ошибаюсь, было 20 градусов тепла. Сегодня у нас, по-моему, 5 декабря, и сегодня ночью -1 заморозки. Такая вот погода в нашем регионе. Да, и те, кто не видел, вчера у нас вообще шел снег, поэтому я его выкладывал в Инстаграм, потому что там маленький кусочек, да. Поэтому вот мой Инстаграм, подпишитесь, чтобы быть в курсе всех новостей и погодных условий в Вирджинии. Вот, а я начинаю работать, поехали. И да, я забыл вам сказать, не морозьтесь, переходите по ссылочке в описании, а также в одном из верхних углов будет подсказочка, куда вы можете перейти на мое видео и получить неплохой приз под Новый год. Поэтому давайте побежали все и смотрим видео. А розыгрыш уже будет на следующей неделе, поэтому торопитесь, смотрите видео, ставьте лайки, и возможно именно ты получишь свой приз под Новый год. Человек, камера на связи. Привет всем, ребятки. Значит, у нас вчера был уже экспириенс, сегодня будем его продолжать. В Uber сейчас есть акция. Ну, кстати, она и раньше была, но сейчас я решил ее использовать. Вот смотрите, я такую штуку классную нашел тут. Uber Eats и Uber, наверное, дают до $150 бонус, если ты привел кого-то в Uber. Неизвестно, кого мне еще привезти, как не жену. У жены уже есть машина. Думаю, можем заработать по $150 на каждого. Там надо сделать 30 поездок. Ты уверен, что ты получишь? Давай проверим. Ну, я думаю, что если я тебя откатаю с 30 поездок, то думаю, получу. Вот. Но дело в том, что после регистрации оказалось, что именно в нашей эре эта сумма составляет $50. Ну, $50 как бы тоже, в принципе, неплохо. Там, не знаю, куда-нибудь сходить, а на один раз заплатить за двоих тоже уже будет нормально. В общем, вчера мы уже покатались. Катаемся мы на моей машине, ну, вернее, на машине жены, на которой я сейчас езжу, на Приусе. И вчера у нас очень выдался 2,5 часа очень интересных веселых поездок, потому что работаем мы на одной машине, но с двумя приложениями. И то есть когда-то у нас такое два раза было, что мы едем отвозить заказ, я принимаю заказ, и ну, там в другой стороне, то есть нам надо туда доехать, потом надо это кого-то еще отвезти. И последний у нас заказ вчера был, да, один же такой заказ был. Да, один заказ был, в которых... Через минуту, то есть Маша приняла заказ, потом я принял через минуту, и они были, в принципе, в относительно разных местах. Мы съездили сначала, ее забрали заказ, потом посмотрели, куда ехать, и это было в одной стороне. Потом я съездил за своим заказом, и оказалось, что это еще в другой стороне. Ну, в общем, моя девушка заказала только этот какой-то напиток. Опять же, Маша тоже удивляется, заказать напиток за $6 и заплатить $15 за доставку, потому что я получил только 10, еще Uber получил, ну, $3-4 точно. То есть $15 за доставку, за напиток, который стоит $6. То есть Маша тоже удивляется, говорит, нифига себе, тут американцы зарабатывают. Получается, Машин клиент ждал, сколько, наверное, минут? Минут 18. Нет, подожди, ну мы ж... 12 мы ехали до нее. Да, но это... После того, как забрали твой напиток, плюс еще там время. И туда я еще ехал 10 минут. Ну, то есть около, ну не знаю, мне кажется, что около 20 минут, полчаса в районе этого ждал клиент. Это одно. После того, как я отдал этот напиток девушке, мы поехали отвозить Машин заказ, и через 2 минуты я принял еще один заказ. И этот заказ был опять с другой стороны. Ну, то есть мне его надо было забрать. И мой человек следующий ждал, ну, реально полчаса, потому что туда нам ехать надо было 12 минут, обратно 12 минут, и потом еще с ресторана, с которого мы ехали, это тоже было, ну, минут, наверное, 8. То есть мой чувак ждал реально полчаса, но он, по сути, был не против, даже дал мне чаевые наличкой, поэтому, ну, пока у нас все получается. Такая фишка, я не знаю, почему так происходит, то есть мы зарегистрировали Машу в Uber Eats, и у меня есть коэффициенты в моем приложении, мы вам позже покажем, как это все работает, у нее никаких коэффициентов нету, то есть мы вчера ездили, я сделал 3 заказа, они были умножены с коэффициентом 2,2, 2,6, по-моему, ну, короче, все они были больше $10, у Маши было
там что-то 5, 4. Бюджет вариант был. Да, у него у Маши типа бюджет вариант был, действительно. Поэтому, к сожалению, так, но меня радует, что коэффициенты появились, потому что после обновления где-то месяца 2-2,5 назад, обновление Uber и Uber Eats, коэффициента вообще в Uber Eats не было. То есть я перестал его делать, потому что нету смысла кататься просто за 4 доллара, даже за 3. То есть сейчас, когда коэффициенты появились, и они появились реально офигенно высокие, потому что раньше были там 1,3, 1,5, 1,7, и, по-моему, двушка была. Ну, двушка или там 2,6, было около 3, было только по ночам, когда, в принципе, там никто ничего не заказывает. Сейчас мы вчера работали с вот с 7 до 9 был коэффициент 2,2, 2,6, трешка была там в каких-то районах. А вот с 9 уже коэффициент, по-моему, там 2 с чем-то пропал. Большая такая эрия, в которой мы, в принципе, находились, он пропал. И надо было ехать в какие-то определенные районы. Но мы заехали, постояли 15 минут в центре Норфолка, никто ничего не заказывал, мы просто поехали домой. Поэтому сегодня 9:30 уже, 9:35. Поедем, поработаем с небольшим коэффициентом 1,6, 1,7 и покажем, как это все происходит. Вот мы сейчас уже выехали, и что еще хочется сказать, что Uber Eats сейчас реально делает какие-то, ну, сумасшедшие промо-акции или что-то типа того. Вот сейчас я вам сразу покажу, давайте, коэффициенты. Вот, как вы можете видеть, есть коэффициенты 2,2, 1,7, и это, поскольку я понимаю, что это еще не... Ну, то есть, не очень busy time, да, но не очень busy время, как-то busy. Ну, то есть, не все еще хотят кушать, в общем-то. Это, во-первых, то есть, коэффициенты вы можете видеть. Потом сейчас у Uber, именно Eats, есть акция, которую я вчера тоже попал, я ее сделал. Вот видите, написано 0,3. За 3 поездки можно заработать 7 долларов дополнительных. Если ты сделаешь в какое-то время, там, допустим, вот с 9 до 4, ты делаешь эти поездки, и ты можешь заработать 7 долларов дополнительно. Либо вчера еще была такая акция, не знаю, со скольки до скольки она действует, но можно было сделать 6 поездок и заработать 20 долларов. На самом деле, вот я катаюсь на Приусе, это сейчас мой второй бак. Вот у меня 3 деления осталось. 365 миль. То есть одно деление у меня выходит, как я, в принципе, раньше и говорил, одно деление выходит 50 миль. Ну, что около того. И заправился я бензина. В прошлый раз я вам показывал, по-моему, на 25 долларов полный бак. То есть на полном баке можно откатать 500 миль. Можно эти 24 доллара полный бак, да, но если 20 получить просто бонусом, то есть можно 500 миль кататься. За 500 миль можно заработать реально просто на бонусах. Не знаю, ну сколько можно было заработать? Там не неделю кататься, можно 500 баксов заработать. То есть это очень, опять же, классно, выгодно именно кататься сейчас в Uber. У Lyft сейчас наоборот. Это такая сводка новостей. Сводка новостей в приложениях. У Lyft, допустим, сейчас наоборот. Именно в моем, не знаю, моей эре, в моем районе, в моем штате, точно не могу сказать. Ну, то есть точно в Hampton Roads эре. У Lyft сейчас вообще нет коэффициентов. Это какой-то нонсенс. То есть, когда у Uber коэффициент 3 в каком-то зоне, какой-то ивент проходит, какое-то мероприятие. То есть в Lyft. Ну, допустим, мне, как водителю, точно ничего не показывается. Может быть, коэффициент показывается просто этому пассажиру, и он платит. Но мне лифт платит обычную сумму. Я работал на прошлой неделе в лифте, заработал даже 144 доллара, по-моему. Но без коэффициентов, то есть, вообще как бы не очень интересно. Но интересно то, что в лифте очень часто... Тебе дают поездка за поездкой. То есть я на прошлой неделе, не знаю, ну раз, наверное, 3-4 раза точно, когда я катался, то есть я еще не успел высадить пассажира, мне уже дают нового. То есть и за счет этого, за счет пассажиропотока, ну как бы интересней. Ты не простаиваешь, и как бы с точки зрения интересней работать, почему его можно включать и можно оставлять. И опять же, я его только включал тогда, когда я работал в Uber без коэффициентов. То есть, если в Uber есть коэффициенты, то есть лучше, конечно же, поработать с коэффициентами. Вчера за 2,5 часа Маша заработала, сколько, 11, по-моему, долларов, да? 18 долларов. Сделала 4 поездки, да? Потом 4 поездки или 5? 4. 4.
А я сделал, получается, 3 поездки. И заработал $40. Но я заработал $40, потому что на доставках именно я заработал $32. То есть 3 поездки там, по 10, по $11. И $7, как я сказал, мне дали бонусы. То есть там получилось 39 с копейками, ну $40 за 2,5 часа. В общем-то, я считаю, что это неплохо. Не так, как в Лос-Анджелесе, не знаю, там кто там еще, доктор Крю в Лос-Анджелесе. Один парень работает в Сан-Франциско, по 850 за день делают. Но все равно неплохо. Ребятки, смотрите, заходит заказ, причем не первому, с коэффициентом 1, с коэффициентом 1,7. А у Маши без коэффициента, но ей ничего не приходит. То потому что, может, у нее какой-то новый аккаунт, а мы едем, в принципе, в Макдональдс, нам только надо желательно развернуться. А, типа, мне не доверяют, значит, они, да? Да, тебе еще не доверяют. Ребят, ну так и работаем. Смотрите, вот я один отвожу заказ, я, вон у Машки уже надо забрать. Хорошо, что все в одном направлении. Едем отвозить. Я принял заказ, как я вам показывал, с коэффициентом 1,7. У Машки шиш. Но хоть заказы есть. Значит, коэффициенты, смотрите, поменялись. Было 1,7, я сделал заказ за 1,7. Теперь в этой зоне 1,3. Вот есть тут зона 2,7 и 3. Я не знаю, на Ocean Front есть ли смысл ехать на... О! Именно на Tropical Smoothie Cafe. Пойду я с Машкой забирать заказ. Вот, видите, поэтому мне так прикольно поработать. Так, покатаемся по бордюркам. Опа. Опа. Вот. Поднимался только что я, ребятки, на 15 этаж. И спускался, все нормально, не умер, живой. Так, ребятки, забрал я, значит, свой заказ, Маша забрала свой. Маша забрала свой, значит, мне, нам ехать по 10 минут ей и мне, и вроде мы едем в одну сторону. Мы сейчас еще не точно, ну, еще не определили, потому что надо уже, ну, по-моему, плюс-минус в ту же эрию. Повезло нам немножко. Ну, смотри, тебе 7 минут ехать. А мне 9. То есть, возможно... Через дорогу. Да, возможно, как-то очень-очень близко. Так, вот это мой заказ, я могла не перепутать. Мой сзади. Ну, как по мне, это еще одна странность. Я взял... Мы были в одном и том же месте. У тебя было первый раз приложение включено? Угу. Сидели в машине, включено приложение, мне зашел заказ, ей ничего не зашел. Я только что доставил, доставка была тут по месту, 2 минуты езды, только доставил, и мне зашел еще один заказ, а у нее телефон молчит. Почему так? Не знаю, вот неизвестно. Ребятки, смотрите, какие сейчас коэффициенты. Сейчас у нас уже без 10-12. Вот коэффициенты. 2,9, 2,4. Ну, там еще, наверное, около двушки тоже еще есть. Значит, я сделал уже, вот как вы можете видеть, 4 поездки из 6. И с той промо-акции, которую я говорил, надо сделать 6 и получить $20. На самом деле я сделал уже 5 поездок, но одна поездка была ранее. То есть сам этот период, в который надо сделать эти 6 поездок, они с 10 утра до 4 вечера. А я первую поездку сделал без 5:10, поэтому она сюда не засчитывается. Но тот парень дал мне 4 бакса чаевых, поэтому как бы нормуль. Итого, ребятки, заправился на $23.5, 9 галлонов, то есть влезло 9 галлонов. Вот такие дела. Получается, на 9,5 галлонов я проехал 450 миль. Я в трех приложениях, два Uber, то есть Uber такси, Uber Eats и в лифте. Сейчас у нас без 15,2. Ну, как бы я надеюсь, что будет Uber Eats с коэффициентами, потому что в Uber обычном и в лифте. В лифте вообще что коэффициентов никаких особых нету. Последние, не знаю, неделю, две. А вот Uber
Ну, там есть вот какие-то зоны, тут все остальное беленькое. Поэтому я надеюсь на Uber Eats, чтобы подзарабатывать. Вчера сделал такую поездку. Ну, не могу сказать, да, было в районе, наверное, 3-4 миль. Ехать надо было 10 минут где-то. Может, даже немножко больше. Но за эту поездку мне дали $15, потому что коэффициент был умножен на 3. То есть $15 и плюс 2 еще доллара оставили мне чаевых. $17, ну вообще прикольно. Давайте попробуем вам показать отчет за неделю. Опа-па. А я не в той полосе стою. Ну, значит, сделаем вот так вот. Через Макдональдс сейчас развернемся. Но что хотел сказать, что вчера заработал $102. Блин, и тут еду надо забрать в Макдональдсе, капец. Ну, еда без коэффициента. Поэтому пропустим ее. Ну вот, так, это закон подлости. Ну, еда без коэффициента, поэтому сейчас отвезу девушку, наверное, это таданджара какая-то. Отвезу девушку, наверное, и поеду в более рыбное место. Заработал вчера $102, а одна поездка потерялась. Не знаю, как так получилось, но просто ее нету. Я позвонил, сказали, должны решить. Там, по-моему, она была без коэффициента, может быть, небольшой, 1,3. Ну, то есть в районе там 100, грубо скажем, $105 я вчера заработал именно на Uber Eats. Плюс я немножко поработал, $15 заработал в Uber в обычном. И еще $40 это промоушен. По 6 поездок я сделал два раза по 6 в Uber Eats, и мне дали таёшкин кошкин. И забыл выключить лифт. Вот это надо всегда помнить. Всегда надо выключать все приложения. И в общем, вчера я, получается, заработал на Uber Eats $145. Что, в принципе, неплохо. Я работал не так уж и, ну, и ни много, ни мало. Наверное, я работал часов 8 точно. Но сама суть прикола, что $40 мне дали просто за то, что я выполнил ту работу, которая, ну, там должна была быть. То есть это классно. Ну вот, пока есть такие пироги. Как вы могли заметить, за сколько мы общаемся? 5 минут. За 5 минут в каждом приложении пришли заказы. Поэтому работать можно, работать нужно. Поехали работать.